Общереспубликанская явка в единый день голосования составила 47%. Это больше, чем на выборах в 2010 году, отмечают в Центральной избирательной комиссии. Тогда в них приняли участие более 42% населения, внесенных в списки. По состоянию на 10 часов в ЦИК поступили протоколы от 20 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Верховного Совета 6-го созыва. Согласно этим документам, можно признать кандидатов избранными.